если б я был Дед Морозом, я бы время не терял. Дорогим детишкам нашим я б подарки раздавал. Ну а всем пенсионерам, чтобы легче им жилось, я бы пенсию добавил, чтоб скучать им не пришлось. Ребятишкам беспризорным я б родителей нашел и хотел, чтоб всем на свете было только хорошо. А тому, кто очень болен, я б лекарства изобрел, все болезни бы уничтожил и с лица земли их стер. Сделал так, чтоб все на свете были дружны и равны, и чтоб в светлом мире нашем больше не было войны. Если бы я была Дед Мороз, я бы всем здоровья всем принесла. Маме, папе и бабуе, Вее, Юсе, Маше, Юе. Если бы я был Дед Морозом, то я дарю не на, только на Новый год, а на каждый день подарки. И еще я хочу, чтобы на нашей земле не было войны, чтобы у каждого ребенка были родители. И еще я хочу, чтобы у каждого бездомного был дом. Надеюсь, я бы был классным Дедом Морозом. Если бы я был Дедом Морозом, я бы заморозил все болезни, чтобы люди никогда не болели. А еще я бы взмахнул волшебным посохом, чтобы в Новый год и другие праздники у всех людей на земле было хорошее настроение.